Тема нашего короткого разговора – банковская система. Оказалось, что все недостатки, они свойственны всем нашим банкам, и мы делаем однозначный вывод, я уже говорил это Николаю Геннадьевичу, плохо работаем с банковской системой. Мы не создали для них некую правовую колею, в которых они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Вот туда у нас и получается. То Матюшевский неправильно поступил, то Калаур не туда залез и так далее. Поэтому я сегодня принял это решение, и Комитет госконтроля в ближайшее время проанализирует обстановку в банках и однозначно пропишет, ну, грубо говоря, по-народному, что можно, а что нельзя.